Jaya Radha Madhava Kunjani Hari Jaya Radha Madhava Kunjani Hari Jaya Radha Madhava Kunjani Hari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Shodanandana Vraja Janara Jana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayana namaskritya. Naram chiva narottamam. Divim sarasvatim visam. Тато джая мудирает, аштапрейша бадришу, нитьям бхагавата севая, бхагавати утама шлоке, бхактир бхавати найштики, ома гьянати мирандасья гьянанджана шалакая, чакшурун милитам яна, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Читания Манобиштам, Стапитам Яна Будале, Своям Рупах Кадамхиам Дадати Свападантикам, Вандехам Шри Гуро, Шьютападакам Малам, Шри Гурун Вайшнавам Ча, Шри Рупам Саграджатам Сахагана, Радунатхан Витам Там Садживам, Садвайтам Саватхутам Париджана Сахитан, Шри Кришна Читан Ядивам, Шри Рада Кришна Падан, Сахагана Лалита, Шри Вишакха Витамшча, Кришна Каруна Синху, Динабандху Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намастуте, Тапта Канчана Горанги Радхи Вриндаванешвари, Вишабану Сута Деви Пранамами Хари Прие, Ванча Карпат Рубешча, Крипа Синху Бьявача, Патитанам Павнепьо, Вайшнавепьо, Намо Намха. Нама Вишну Падая Кришна Пришхай Батаре, Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамини, Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарини, Ниравишаша Шуньявади Пащатьяда Шаттарини, Джая Ши Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Ши Адвайта Гададхара Шива Садигора Бхакта Вринда, Аре Кришна, Кришна Кришна, Аре Хари, Аре Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Аре Кришна, можно Шимат Бхагавата? Продолжаем читать Шримад-Бхагаватам. Их нам сегодня не написали, поэтому повторять его не будем. Что? Да, можно. Шесть, один, 11 глава, 19 стих, да? Шесть, это не тот том. Sorry. Да, вот это вероятнее всего. Спасибо. Нет, не 6, это 19.
19. Нет, это вчерашний просто. Я не знаю. Нет. Нет, до 18. Вчера до 18 стиха почитали. Ну, то, что меня попросили, по крайней мере, 6, 11, 19. Ты уверен, до 18, по-моему, читал? 19 текст, вам вот видно. Вчера же так макро бы читал с первого по пятый. Нет, нет, нет. Все, разобрались. Хари Кришна. Суреша Касмана Хиноши Ваджрам. Суреша Касмана Хиноши Ваджрам. Пурахстхите Вайрини Майя Мокхам. Пурахстхите Вайрини Майя Мокхам. Масам Шьяритхана Гадева Ваджрах. Сеннишпалах Крипанартва Начна. Суреша Касмана Хиноши Ваджрам. Пурахстхите Вайрини Майя Мокхам. Сам Шайтшана Гадева Ваджрах. Сеннишпалах Крипанартва Начна. О Церковь Богов. Пословный. Сурья Иша, о царь полубогов. Касмат. Почему? Почему? На. Не. Не. Хиноши. Хиноши. Мечешь. Мечешь. Ваджрам. Ваджрам. Молнию. Пурахстхите. Стоящего напротив. Вайрини. Своего врага. Май, в меня, Амокхам, неотвратимую, Ма, не. Самша Иштхах. Сомневайся. На. Не. Гадаева. Как палец. Ваджра. Молния. Сият. Может быть. Нишпалах. Бесполезная. Крипана. Ускупова. Артха. О деньгах. Ива. Как? Ячна. Просьба. О царь полубогов, я твой враг и стою прямо перед тобой, так почему бы тебе не метнуть меня свою молнию? Твоя попытка сразить меня палицей была такой же тщетной, как и попытка выпросить денег у скупца, но молния тебя не подведет, можешь в этом не сомневаться. Когда Индра метнула в Ритрасуру палицу, тот поймал ее на лету левой рукой, и ей же нанес ответный удар по голове слона Индры. Так первая атака Индры закончилась сокрушительным поражением. Получив лишь один удар, покалеченный слон отлетел на несколько метров. Поэтому, стоя прямо перед Вритрасурой, держа молнию наготове, Индра не решался пустить ее в ход, опасаясь, что и молния может его подвести. Однако Вритрасура, как истинный вайшнав, заверил Индру в безотказности молнии, поскольку знал, что это оружие было изготовлено в соответствии с указаниями Господа Вишну. Не веря в непогрешимость слов Господа Вишну, Индра сомневался в своей победе, но Вритрасура понял замысел Господа и потому горел желанием погибнуть от молнии, созданной в соответствии с указаниями Господа Вишну, поскольку был уверен, что такая смерть поможет ему вернуться домой к Богу. Поэтому он только и ждал того момента, когда в него будет выпущена молния. По сути дела, он сказал Индре: «Если ты действительно хочешь убить меня, своего врага, вот твой шанс. Убей же меня поскорее. Этим ты принесешь благо нам обоим, себе завоюешь победу, а меня отправишь к Богу. Так что не мешкай». Суреша Касмана Хиноши Ваджрам. Пурахстхите Вайрини Майя Мокхам.
Ма самшая иштха нагадева ваджрах, сиян нишпалах крип панартхева ячна. Вот царь полубогов, я твой враг и стою прямо перед тобой, так почему бы тебе не метнуть меня свою молнию? Твоя попытка сразить меня палицей была такой же тщетной, как попытка выпросить денег у скупца, но молния тебя не подведет, можешь в этом не сомневаться». Кришна. И вообще шестая песня Шримад-Бхагаватам, ее можно было бы назвать «Беды Господа Индры». И его беды начинаются с того, что он проявил неуважение духовному учителю Брихаспати. Ну, в какой-то степени Индру можно понять, когда ты сидишь на троне, тебя все прославляют. Тут приходит духовный учитель, надо встать, сказать: «Гуру Махарадж, вот ваше место, садитесь». И устроиться у стоп духовного учителя. Но Индра сделал вид, что он не заметил прихода Брихаспати. Но на самом деле духовного учителя невозможно обмануть. Как-то у духовного учителя спросили, если можно обмануть духовного учителя. И Гурудев ответил: «Да, можно, если этого хочет Кришна». И тут мы видим, к чему приводит пренебрежение духовного учителя. Происходит целая цепочка бед, которая приводит к убийству брахмана. И Индра в определенной степени страдает, нет, определенно точно страдает от последствий своего неуважительного отношения к духовному учителю, но есть кто-то, кто никогда не пренебрегает нами, этот кто-то там живет за этими занавесами. Его зовут Кришна. И он всегда с нами. Он с нами, когда мы этого хотим, и когда мы этого не хотим. Таковы, так устроен этот мир, что Кришна, он всегда с нами. И когда мы на него смотрим лицом, и когда мы смотрим на него чем-то другим. И если мы хотим наслаждаться в этом мире, то иногда мы рождаемся здесь в человеческой форме жизни, иногда рождаемся как Господь Брахма, и иногда рождаемся как паук, муравей, таракан. Но всегда, что бы с нами ни происходило, Кришна всегда с нами. И по большому счету и Индра, и Вритрасура, они преданные Господа. Но Вритрасура, он уверен, что Кришна никогда не бросит его. И Вритрасура, он даже проповедует Индре, что надо, типа, сражаться, Индра, ну сражайся, хотя он его соперник. Но Вритрасура понимает, что вот сейчас в него метнут молнию, его страдание закончится. Он вернется в духовный мир и будет со своим любимой Кришной, с любимым Кришной. И в Брихат-Бхагаватамрите описывается изумительная сцена, когда Гоп-Кумар возвращается в духовный мир после многочисленных путешествий, везде побывал, на Вайкунках, и потом он после многочисленных путешествий он возвращается в духовный мир, и в это время Кришна
возвращается со своими коровами с пастбища, потому что в духовном мире Кришна тоже пасет коров. И он узнает, что Гопкумар вернулся, он бежит навстречу Гопкумару, видит Гопкумара, он падает в обморок, Гопкумар падает в обморок. И господу Балараме приходится роль врача исполнять, приводя их обоих в чувство. И Кришна говорит Гопкумару: «Как долго я тебя ждал, Гопкумар, давно, давно, давно. Я тебя давно хотел вернуть в духовный мир, но ты мне не давал никакого повода». И по большому счету Кришна путешествует с нами, он ждет этого повода. Вот дай мне повод, что хочешь ко мне, и я тебя быстренько заберу. Но, к сожалению, я не даю повода Кришне забрать его со мной, с собой, к себе. И существует множество историй о том, как Нарада Муни пытается периодически договариваться с Кришной, типа, хоть кого-нибудь возьмем в духовный мир. Он приходит: ну давай, пошли в духовный мир. Говорят: нет, вот, я хочу, но Нарада, только не сейчас, только не сегодня. Вот сегодня у меня свадьба дочери, я должен свадьбу, приходи через год. Нарада говорит: хорошо, записывает себе в календаре, через год прийти туда-то. Через год приходит: Нарада, но ты как всегда не вовремя. У меня через неделю сын должен родиться. Приходи через 5 лет. Нарада приходит через 5 лет, потом приходит еще через 10 лет, потом приходит еще через 20 лет и слышит один и тот же ответ. Ничего нового. И в один из дней он приходит и видит червя. Червь там ползает, и Нарада видит прошлое, видит будущее. И поэтому он понял, что вот этот вот червь — это тот человек, который не хотел с ним в духовный мир, и в результате из-за своей привязанности родился червем или собакой. Есть разные варианты этой истории. Вот, ну и мы также не хотим предаться Кришне, и не хотим предаться Кришне по одной из причин, что мы в конце концов думаем, что мы должны сами о себе позаботиться. То есть мы не верим в то, что, несмотря на заявление Кришны, Арджуне в Бхагавад-гите, что смело заявляя любому, что мы кредо никогда не погибнет, то есть он готов позаботиться о любом вообще преданном, который говорит ему: Кришна, я твой, но вот я твой, надо сказать, очень искренне, потому что иначе Кришна вот такой странный бог, он 99,9 там в периоде процентов его не устраивает. Ему нужно 100%. И вот, когда мы предаемся Кришне на 100%, то Кришна уже нас защищает. На самом деле он защищает нас, и когда мы предаемся на меньше, чем на 100%, но он дает нам, мы предаемся на 80%, и он нас также защищает. Но на самом деле он о всех заботится. Нет никого в этом мире, кому бы нечего было есть, негде было бы спать. И вот Варитрасур, он четко понимает замысел Господа, но Индра, ему нужна еще длительная проповедь. По большому счету, мы знаем, что полубоги, они преданные Кришне. Демоны, они и есть демоны. Но мы сейчас видим ситуацию, при которой, ну,
100% можно сказать, что Вритрасура он преданный, а вот Циндра, ну, не совсем понятно, потому что ему Кришна сказал, сделай так-то, так-то. Но Индра все-таки не доверял Верховному Господу. И вот это вот наше понимание того, что Индра точно, что мы думаем, что Индра точно предана, а Вритрасура непонятно, так как он рожден в семье демонов, это приводит к тому, причиной этого является то, что мы оцениваем преданных по каким-то внешним параметрам. То есть, насколько он успешный, как он выглядит, как он говорит, на какой машине он ездит, в каком районе он живет, каким-то внешним вещам. И я затрудняюсь, по крайней мере, сам лично увидеть бхакти в преданных. Вы, наверное, нет. Вот. И вот это самое ценное, по большому счету, увидеть бхакти в преданных, потому что за какими-то вот этими внешними вещами мы не замечаем бхакти в сердце преданного, хотя именно какие-то внешние вещи, они приводят к тому, в конечном счете, что мы проявляем неуважение к преданным, хотя в шастрах описываются всевозможные страдания, даже для того, кто просто случайно не улыбнулся при виде преданного. Но в тот момент, что... И надо понять, что преданные – это самые дорогие живые существа, которые есть у Верховного Господа. У него нет никого дороже, чем преданные. Даже, как мы знаем из 9-й песни Бхагаватам, Кришна не хозяин своего сердца. Кришна говорит, что мое сердце у моих преданных. И именно поэтому у нас есть сложность увидеть в бхакти в сердце преданных, потому что они ведут себя как обычные люди в тот момент, что мы недооцениваем этого или принимаем пренебрежение к вайшнавам в том смысле, что мы относимся к ним как-то по внешним каких-то параметрам, пытаемся оценить их мотивы, но мотивы преданного невозможно понять, в особенности мотивы чистого преданного вообще невозможно понять. И поэтому очень-очень важно научиться видеть вот эту вот бхакти или эту преданность в других вайшнавах. И тогда мы будем к ним относиться совершенно по-другому, потому что мы будем видеть, что несмотря на то, что мы думаем по-разному, этот преданный хочет послужить Кришне так же, как я. Может быть, он хочет это сделать как-то по-другому. И именно поэтому в Чрила Прабхупада в комментарии к 8 стиху 30 главы 4 песни Шримад-Бхагаватам, знаменитого стиха про прачетов, когда Кришна говорит прачетам, что он ими очень доволен. Шрила Прабхупада пишет, что разногласия между преданными, они духовны. Именно по этой причине, потому что все преданные, они хотят послужить Кришне, и просто у них разные взгляды, разные подходы. И поэтому мы должны видеть единство, то есть единство того, что мы все преданные Кришне, и должны уважать различия между нами. Потому что все мы разные, ничего с этим не поделаешь.
И один из очень важных уроков истории Ветасуры – это то, что мы не должны ценить преданных по каким-то внешним критериям. И Бхактивинода Тхакур говорит, что в этом трудность бхакти, что мы пытаемся ценить других по каким-то внешним критериям. И когда речь идет о бхакти, нам нужна попытка заглянуть в чистое сердце преданных. И человек с точки зрения какой-то интеллектуальной или какой-то другой может находиться не на очень высоком уровне, то есть, и, наверное, вот пример вот этого преданного, который я много раз приводил пример, это я Шишин Тайгура Чандраки Джаганнат Баладев Субхадра Майки Расала Прабу, вспомнил я его имя. И он, когда он присоединился, он даже не мог двух слов связать на английском, потому что он был после воздействия наркотиков, но он не мог ничего сказать, он знал единственное предложение: «Прабхупада спас меня». Вот это вот предложение, которое он знал, оно явилось проявлением того бхакти, который вложил в его сердце Шрила Прабхупада, когда он позволил ему дотронуться до своих стоп, и потом в течение какого-то времени просто гладил его по голове. И преданные, видя милость, которую пролил Шрила Прабхупада на этого вайшнава, они тоже проливали свою милость. И реально преданный делал очень-очень простое служение. Он просто мыл храм, потому что ничего другого делать он не умел. Готовить он не умел, даже чистить овощи не умел. И единственное, что он делал, это просто мыл храм. И от этого простого, казалось бы, служения его сердце очистилось. И потом он понял, что я хочу что-то сделать для Шрилы Прабхупады, что-то особенное. Ну, и до своих последних дней, уже когда он жил во Вриндаване, он распространял книги. И когда преданные первый раз увидели, что он распространял книги, кто когда-то распространял книги, он знает, как это непросто делать. Он просто вышел с рюкзаком и через там меньше чем час пришел, и рюкзак был уже полон книг. Это было потому, что Кришна из его сердца, он действовал, он посылал им этих людей, которые возьмут его книги. Потому что он сам, он говорил всего одно предложение: «Прабхупада спас меня». Подходил вот к человеку и говорил: «Прабхупада спас меня». И, но ввиду того, что в его словах была глубочайшая вера в то, что Прабхупада именно спас его, и спасет всех остальных, люди брали у него книги. Он не мог объяснить, о чем эти книги. Если бы у него спросили, он даже не смог бы объяснить, потому что он их не читал. Но та вера, которая была у Расады Прабу, она покоряла сердца других людей, и видя его убежденность в том, что он делал, то есть то, что он пытался послужить своему духовному учителю, у него было единственное желание отплатить Шриле Прабхупаде чем-то за то, что он сделал для него. И в шастрах сказано, что невозможно вернуть долг духовному учителю. Но, тем не менее, следует пытаться это сделать, хотя бы кусочек, маленький кусочек этого долга.
И в тот момент, что мы просто нам это не для духовного учителя надо, это нужно для нас. И вот две системы ценности, как считать ценности, сталкиваться в этой битве в Ритрасутте Индри. И одна ценность – это Вритрасура, который признает Господа, ценит Господа и уверен, что все, что ему надо, Господь даст. Но другая ценность Индры, и он ведет себя как материалистичный преданный. Он не особо верит, что Господь ему даст то, что ему надо, и что ему надо что-то сделать самому. То есть не просто попытаться сделать что-то, он может полагаться только на себя. И поэтому Кришна, он хочет принести урок Индре, не первый уже и не последний, того, что по большому счету он всегда с ним, что он всегда ему поможет. И единственное, что нужно для этого, это нужно, чтобы в это, чтобы мы в это поверили. И такова противоречивая природа Господа, его нельзя постичь с помощью какой-то логики, нельзя взять Бхагаватам и выстроить какую-то математическую формулу, как все это работает. Мы можем постичь Кришну только в том случае, он нам себя откроет, если мы отдадим ему себя целиком. То есть, если мы будем думать постоянно о том, а что я могу сегодня сделать для Кришны, что я могу сегодня сделать для духовного учителя. И поэтому вот тут Вритрасура, он понимает, что вот это то, что от него хочет Кришна сегодня, чтобы он погиб от молнии Индры. И он готов, потому что он понимает, что в тот же момент, что он погибнет от молнии Индры, он окажется в каком-то лучшем месте, которое для него приготовил Кришна. Ну, наверное, нужно заканчивать. Осталось 10 минут на вопросы, если есть. Хари Кришна.
То, что здесь говорит он длинный. У меня просто из ответа будет понятно, чем это. Вритрасура, что здесь говорит Индри о том, что из-за своей корости, это две разные абсолютные истории. И Бишмадев, он великий преданный Господа, лежащий на стрелах и в то же самое время дающий наставление пандавам. То есть представляете, какая боль была у Бишмадева. И то же самое можно сказать про Шрилу Прабхупаду, когда он переводил книги в последние дни своей жизни. Здесь же Вритрасура укоряет Индру. Он говорит, что из-за своей корости ты утратил все свои добродетели. И поэтому даже не достоин того, то есть ты получил проклятие даже людоедов. И он говорит ему, когда я тебя убью, то есть даже он не планировал его убивать, потому что он понимал, что у Кришны другой план, что ты умрешь страстных муков, и даже огонь не сможет сжечь себя. Почему? Потому что он ни за что, абсолютно ни за что убил брахмана. Почему? Потому что он дружил и с теми, и с теми. Ни за что. И церемония Джаянти, это, несомненно, возвышенная церемония, но тут речь идет совершенно о другой вещи. И он говорит, никому твое тело вообще не нужно, и ты тоже никому не нужен. И он называет его жестокосердным. Почему? Потому что он ни за что убил брахмана. И можно сказать, вы знаете, это было служение Индры убить брахмана Вишварупу. Но на самом деле мы должны также понимать, что если мы своим, помимо того, что это просто большой грех убивать брахмана, и особенности в ту, и на самом деле поведение Индры, оно является, как, наверное, уже множество раз было сказано, оскорблением брихаспати. И Кришна очень хочет, чтобы мы увидели, к чему приводит оскорбление вайшнавов. Я даже не говорю о оскорблении гуру, это еще более страшное оскорбление. Но это то, что хочет здесь показать Кришна. И Вритрасура, он подчеркивает эту вещь, что Индра совершил как минимум бесчестный поступок. И это то, что здесь пытается... Эти две истории, они очень сильно отличаются друг от друга. Это в 16 стихе. И поэтому как бы... Вритрасура говорит эти очень жесткие вещи, и мы увидим дальше, он будет продолжать проповедовать Индре, соблюдать свой долг. И это общее, что есть между Бишмадевом и Вритрасурой. Оба следовали своему долгу. И Бишмадев, он не был согласен с тем, что должно было произойти на битве Курукшетры. Потому что он понимал, что ничего хорошего не произойдет, потому что Кришна, он на стороне пандавов. И поэтому ничего хорошего не будет. Но
как великий преданный Кришны, и он понимал, что он должен действовать, следовать своему долгу и служить Дурьодане. И поэтому он будет там рассказывать, что пандавы ни в чем не виноваты, потом пандавам он будет объяснять, потому что пандавы в этот момент переживают из-за того, что они из-за своего царства убили такое количество людей. И Кришна это мог сказать сам, но он именно хотел, чтобы это сказал такой авторитетная личность, как Бишмадев. Бишмадев один из 12 махаджан. И поэтому он именно, чтобы Бишмадев сказал. У Бишмадева было особое благословение, он мог оставить тело, когда захочет. И поэтому он лежал на ложе из стрел и давал наставления. Вот. И поэтому это совсем разные ситуации, если сравнить Бишмадева и Индру. Вот. А Индра, он вообще не следовал, в данном случае не хотел следовать своему долгу, потому что его долг был в данный момент сражаться и выполнить волю Верховного Господа, то есть убить Вритрасуру. Как это не печально звучит. Вот. Поэтому ситуации, так как ситуации абсолютно разные, то разумеется и отношения разные, то есть как бы, наверное, так. Я не знаю, ответил на ваш вопрос или нет, но я попытался. Это же про Индру идет речь. А что сделал Индра? Индра в данный момент не заслуживает возвышенного погребения из-за своего поведения. Так Матаджи говорит, что Джаянти это погребение в процессе съедения тела стервятниками. Да, но я так полагаю, что здесь момент просто там церемония делается. Как бы это... Ну да. Это сознательно, а так просто уже тело, оно просто никому не надо, огонь даже не хочет его касаться, его выбрасывают, и стервятники без какой-либо церемонии просто они его съедают, и все. Это как вариант. Ну и второе, я себе задаюсь вопросом, насколько я знаю, но в ИСКОН точно это не практикуется, поэтому особо сильно, может быть, нам и не стоит переживать, чтобы нас там... возвышенных или кого-то других духовных учителей тоже стервятникам не отдают. Духовных учителей точно нет. То есть имеется в виду, что он даже не заслуживает, Индра по своему поведению даже не заслуживает, чтобы вообще ничего сделали, просто выбросили как мусор и все. Вот это то, что, на что наминает Вритрасура из-за того, что он совершил то, что совершил. Это не то, что там какая-то церемония, которую нужно организовать, что-то сделать. Тут вообще ничего. Даже посмотреть на него, это то, что пытается сказать Вритрасура, демон, что даже посмотреть на тебя, Индра, это просто оскорбительно. Это очень сильно загрязняет. Вот что-то Кумар Прабху хочет что-то сказать. Хочу, да, вопрос задать. Давайте. Спасибо большое. На лекции говорилось и прям почувствовалась важность того, чтобы мы учились видеть преданность в других. Ну, было сказано, мы должны этому учиться, мы должны научиться этому в конце концов. А могли бы немножечко добавить, как это делать? Никто, я думаю, что спорить не будет, что нам это нужно. А вот как научиться видеть преданность в других? Внимательно смотреть за то, что делают другие. И когда мы видим какие-то недостатки, мы не должны на них обращать никакого внимания, потому что это не наша функция. Недостатки
замечать других, это функция наставников, духовного учителя, но никак не наша, нас это никак не касается. На иврите есть такое выражение видеть, сейчас я пытаюсь его перевести, видеть в стакане половину, ну то есть не то, что он половина пустой, а то, что он половина полный. Не смог я перевести по-человечески на русский. Но смысл в том, что мы должны видеть преданных вот этот вот нектар, это хорошее, которое они делают. То есть мы можем, мы видим, что у преданных есть всегда и положительные, и отрицательные качества. Вот с положительными качествами мы должны общаться, потому что отрицательные качества, они уйдут со временем. Это вопрос только времени. Но вот это вот желание их послужить, удовлетворить духовному учителю, удовлетворить Кришну, оно останется навсегда. И мы должны с этим общаться. Если мы видим, что кто-то красиво кладется алтарь, надо к нему подойти и сказать, какой красивый алтарь. Либо если кто-то вчера приготовил очень вкусно, надо подойти к нему сказать, и таким образом мы будем... Потому что наше чувство благодарности, оно помогает нам видеть в бхакти других преданных. А когда мы воспринимаем все само разумеющееся, ну, понятно. Ну, понятно, что он там, не знаю, спел очень хороший киртан, либо приготовил, ну, понятно. Ну, таким образом мы... ставим себя в позицию наслаждающихся, как будто это для нас приготовили, а приготовили для вот них. И очень... Поэтому мы должны это видеть, вот это вот проявление бхакти, оно проявляется в том, что преданный хочет сделать что-то для своего Верховного Господа, и мы должны это увидеть. В то же самое время мы должны не обращать внимания на те недостатки, которые... есть в преданном. Наверное, надо заканчивать. Хари Кришна. Вы хотите ответить? Повторите. Он длинный просто. Ну, то есть вопрос, в принципе, был видение Индры, почему он убил Брахмана. И в данном случае надо понять, что мы далеко не всегда видим вещи такими, какими они есть. Очень часто наше видение не имеет никакого отношения к реальности. И поэтому поведение Индры было результатом его ошибочного видения вещей, а также последствия оскорбления духовного учителя. И, ну, по большому счету, что сделал Вишварупа? Вишварупа сделал то, что попросил Индра, и немножко из результатов жертвоприношения отдал демонам. То есть он сделал то, что Индра хотел, то, что было заказано, но он сентиментально также хорошо относился к демонам. И заслуживал ли он смерти за это? Нет. Вот святой Мукунда Гуранга говорит нет. И поэтому
в данном случае, то есть, и вообще убийство брахмана считается очень большим грехом. И поэтому как бы Индра, вот то, что вы рассказали, он пытался, он понял это, пытался искупить свою вину, переложив это, чтобы он мог вернуться к нормальной жизни. Но попал он в эту ситуацию исключительно по своей вине из-за неуважения и пренебрежения духовным учителем. И почему эта история находится в Бхагаватам, она должна нам показать, насколько это опасно. И также опасно пренебрежение вайшнавами. Не знаю, насколько ответил на ваш вопрос, но так. Заканчиваем. Грантара Шримад Бхагаватам ки? Шрила Прабхупада ки? Шрила Прабхупада ки?